124 миллиона рублей получит орловский сельхозтоваропроизводитель из федерального центра. Подавляющая часть средств предназначена для финансирования производства свинины. Оставшуюся часть поделят между хозяйствами, специализирующимися на производстве яиц и мяса птицы. В общей сложности на субсидирование региональных фермеров правительство России направит почти 12 миллиардов рублей. Финансовую поддержку министр сельского хозяйства Николай Федоров мотивирует двумя причинами. Корма дорожают, а закупочные цены на продукцию, напротив, ползут вниз. Местами значительно, на 28-30%.